А мы с Юлей уже побывали в Березовой роще. На улице зима, а у нас тут, посмотрите, лето. Березовая роща, фотошторы, сочные краски лета. Юль, у меня прям душа поет. А чего так в России березы шумят? Я тоже очень рада, что представлены наши фотошторы вот с таким природным, настоящим рисунком. Живую рощу мы с вами видим. Представляете, как в комнате будет необыкновенно. Психологи говорят, вот такие рисунки, они успокаивают, создают особую атмосферу уюта. Такого уюта, вы просто от него невозможно отказаться, еще никто не отказывался. И, конечно, помните, как мы с вами, когда хотим снять напряжение, мы подходим к березе и обнимаем ее. Обнимите свою березку с фотошторами, сочные краски лета. Натуральный краситель, качественный фотопринт позволит вам окунуться в атмосферу другой реальности. Дома сходить в лес, подышать свежестью листвы. Мы с вами, многие городские жители, мы скучаем по природе. А можно уже не скучать, можно прямо сейчас насладиться этим моментом. Цена премьеры 4999 рублей. Забираю сегодня фотошторы сочные краски лета. Вы еще и экономите на доставке. Вы получаете бесплатную доставку. Юля, скидка сегодня 1600 рублей. Ваша экономия. Посмотрите, вот сейчас, Юль, можно дать немножко простора, как будто ветер подул и заколосилась наша роща. Я уже все, я вижу. Загородный дом, деревянная атмосфера и на окне такое убранство. Все, мечта просто. Мечта по такой цене приобрести сразу два полотна, Арина. Да не мечта, а реальность, которую вы можете осуществить прямо сейчас. Мониторю магазины. Очень часто фотошторы продаются одним полотном, и это дорого, приходится докупать вторую часть картины. Здесь же, обратите внимание, вы получаете два полотна огромных, 145 на 260 по одной цене. И получаем гармоничную, целостную картину природную. И, конечно, сегодня мы с вами работаем под девизом «Подари себе уголок живой природы». Дома природные краски создают особую атмосферу. Тем более, когда рисунок выполнен настолько натурально, что действительно окунает нас в какую-то совершенно другую реальность. Дома отдыхаем, домой хочется возвращаться, потому что там уют с фотошторами. Ну, представьте, как поменяется интерьер, насколько аппетитным станет ваш дом, когда у вас появится своя роща. Березовая, то, о чем мы мечтаем. Вот я, Юль, честно, я жду лета, когда у меня получается вырваться, поехать на дачу. Да вообще все мы городские жители, правда, Арина? За ягодами, подышать этим воздухом. А тут никуда ехать не надо. Представьте, как вы можете расслабиться, включить пение птиц и дома отдохнуть.